Мы теперь что, богачи? Денежный салют! Дуй, Костя! Он, наверное, бракованный. Это такая Bluetooth-колонка. Нубик, привет! У меня для тебя огромный сюрприз. Нубик, хватит спать, подъем! Ты уже прям как Борька, постоянно дрыхнешь. А вот и нет. Мне просто было скучно, и я уснул. Смотри, что у нас сегодня. Ого! Это чё это? Огромный лаки-блок, что ли? Все правильно, Нубик. Лаки-блок-гигант. Мамочки, а так разве бывает? Ну, конечно, бывает. У нас же есть. И что? Внутри там будет какой-то сюрприз? Сейчас посмотрим. Так интересно, чё там? Да, Нубик, и не один. Тут гора всего. Скорее. Давай все смотреть. Да, давай. О, нет. Стой. Почему? Пусть они сначала на канал подпишутся. Нубик, у нас уже и так 500 000 подписчиков. Это мало. Это очень много. А вот и нет. Мне надо 3 000 000000. Все, Нубик, не переживай. Все подпишутся. Давай лучше смотреть, что тут. Нет, стой. А лайк они поставят? Да, конечно, поставят. Ну, хорошо. Давай смотреть, что там. Что-то огромное. Мамочки. Смотри. Что это? Это денежный пистолет. Это как так? А вот так. Тут еще и деньги есть. Ой. Вот такие 5000-ные. И доллары. По 100 баксов. Ой, ничего себе. Мы теперь что, богачи? Нет, Нуби, не тупи. Это не настоящие. Ну, жалько. Заряжаем их в пистолет. И что? Зачем это? И теперь стреляем деньгами. Ой-ой-ой, смотрите. Это прям круто. Да, круто. Заряжаем еще. Да, давай. Денежный салют. Он что, сломался? Да не бойся, просто закончились деньги. А, понятно. Очень крутой пистолет. Прям очень. А это что-то интересное. Что? Смотри. Что это? Написано «Слайм-ниндзя». Мамочки, а это не опасно? Ну, конечно же, нет. А зачем трубочка? Ты что, будешь его пить? Он должен надуваться. Это как так? Пока сам не знаю. Сейчас посмотрим. Откручиваем. Ой. Твердый. Ух ты. Но прям слайм. Ой. Пахнет яблоком. Класс. Сейчас достану и попробуем надуть. Ого. Втыкаем трубочку. И сейчас пробуем дуть. Дуй. И где пузырик? Что-то не получается. Ну что это? Так нечестно. Обманули нас, Нубик. Да. Не работает. Дуй, Костя, дуй сильнее. Он, наверное, бракованный. Да, наверное, бракованный. Ну или я делаю что-то не так. Это печалька. Я так не играю. Нубик, смотри, что еще тут. О, я знать. Это же Бейбладе. Ну почти. Это Инфинити надо. Это как так? Почти то же самое, что Бейблейд. Только волчки крепче и тяжелее. Ух ты, крутой и красивый. Да, неплохой волчок. И тоже есть пусковое устройство. Запускай его, Костя. Смотрите, круто. Давай бой на арене устроим. Давай в следующий раз. Ну хорошо, скорее бы уже в следующий раз. А сейчас лучше давай посмотрим, что там еще есть. Давай. Мамочки, это что это? Это такая Bluetooth-колонка. Чего? Какой еще Bluetooth? Нубик, вот ты все-таки нубик. Ну что ты? Непонятно мне. Включаем. Ой. И сейчас на телефоне включим какой-нибудь трек. И она заиграет.
орёт. У меня аж ухи заболели. Ну, Вик, вообще-то у тебя нет ушей. Странно. Я что, без ухий? А колонка и правда прикольная. Маленькая, легкая, а играет круто. Ага, даже очень. А еще там что-нибудь есть? О, ну, тебе это понравится. Чё там? Это? Это 3 эксклюзивные тачки. Ого себе! А молния МакДрим там есть? Ну, во-первых, правильно говорить, молния МакКуин. А во-вторых, нет. Тут есть кто-то покруче. Покажи мне скорее. Первая тачка. Это Кабуто. Какое-то смешное имя. И даже немножко странное. Это просто японская тачка. А это что за здоровяк? А? Это комбайн. Его зовут Франк. Страшный какой-то и огромный. А это самая прикольная тачка. Ага. Это Комодо, тоже из Японии. Вообще, это прям крутой. Очень-очень. А еще он зелененький. И это круть. Это коробочка. Это что такое? Это стикботы. Помнишь, я тебе уже показывал. Да, помню. Это же палка-человеки. Только это необычные. Это стикботы-монстры. Ой, страшно. Не бойся. Вот он, стикботик. Ой, какой-то странный. Такой же, как обычный, только мордочка, как у монстра. Кстати, он похож на Стича из мультика «Лило и Стич». Да, точно. Похож. Я его уже не боюсь. Он крутой. Ну что, там еще есть что-нибудь? Остались последние 2 фигурки. Ура! По-моему, ты будешь не рад. Ой! Это 2 версии Чики из 5 ночей с Фредди. Они меня сейчас сожрут. Да, конечно же, нет, Нубик. Мне кажется, они прикольные. И совсем не страшные. А вот и нет. Страшные и злые. Мне не нравятся. Ну что, Нубик, как тебе наш лаки-блок? Понравился? Да. Вообще нереальный. Прям вообще. И я тоже захотел лаки-блоки поломать. Можно? Конечно можно, Нубик. Ура. Ой. Мамочки. Боря, это опасная опасность. Надо бежать. Убегай. Давай, Бориска, круши его! Ну чё это? Это опять какая-то ненужность! Ну вот! Всё, Борьку мы потеряли! Он либо дрыхнет, либо жрет. Достал уже! Вот сейчас точно повезет. Но это не точно! И хоп! Ой, это камни падают. Мамочки, что это? Нас тут завалило. Все нормуль, мне не больно. Но страшно. Хоть бы повезло. Ой, кому-то сейчас будет больно. Мне не больно. Я уже привык. Борьке тоже понравилось. Давай, Борька. Вся надежда на тебя. Ой. Это какая-то жижа. Боря, аккуратней. Вдруг это что-то плохое. По-моему, с Борькой приключилась какая-то беда. Не бережешь ты себя, Боря. Вот сейчас точно будет какая-нибудь наикрутейшая нужность. Ай, ну чё это? Это повторка. Так вообще нечестно. Бежим отсюда, Боря. Убегай. Ты бишь.
стыдись. Мамочки, это чего это? Это оранжевый монстр Лилипут. Смотрите, он маленький, но опасный. Очень опасный. Ого себе, вот это да! Я Нуби, голова тыква. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, я тыква Нубик. Тыква, тыква, я тыква, тыква Нубик. Ю-ху! Тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля. И хоп, и хоп, и хоп. Ура, ура, ура! Мне везет сегодня. Это три новых кровати. Круто, да? Хоть бы, хоть бы. Хоть бы что-нибудь крутое. Ой-ой. Мне кажется, сейчас будет бубух. Все нормуль. Мне не больно. Я уже привык. Давай ты мне лайк поставишь, и мне тогда точно повезет. Ну, ну чё ты, ну давай. Ух ты, арбузики. Чур мои. Ням-ням. Еще раз ням-ням. И хоп, и хоп. И хоп. Мамочки, это чего это? Привет, Нубик, помнишь меня? О май гад. Это говорящая какуя. И что-то мне страшно. Надо бежать. Хи-хи-хи-хи-хи-ха-ха. Хи-хи-хи-хи-хи-ха-ха.